Авария на дюкере канала имени Москвы. Такая легенда учений городских служб. В отработке действий приняли участие представители администрации, Химспас, Промспас, оперативные службы Мосэнерго. Полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Были задействованы спасатели-водолазы, которые обнаружили на гидротехническом сооружении место повреждения, установили гидропломбу. И наши оперативные службы приступили к откачке воды, откачали ее и восстановили работоспособность дюкера. Проведенные учения показали оперативность и готовность всех служб к предстоящей зиме, а также слаженную работу в условиях чрезвычайных происшествий.